перед нами игра «Девалка» про Барби. Что мы видим? В центре экрана стоит девушка в модной одежде с красивой прической. В левом углу девочка что-то яростно делает с джойстиком. Вероятно, авторы игры имели в виду, что девочки играют так в игры-одевалки. Так, ну ладно. Первая иконка — это можно выключить или включить музыку однотипную, если вам она не нравится. Вторая иконка — это выбор платьев. Что мы видим? Длинные, короткие платья. Вечерние. Так. Оденем короткое платье, розовое. Так. Барби оказалась не такой пропорциональной, как вначале показалось в платье. Так, и я заметил, что она стоит на носочках. Без обуви. Сейчас мы это исправим. Вторая иконка, как видим, здесь. Так, ожерелье. Ожерелье. Так, надо быстрее одеть Барби ботиночки. Так, розовые ботиночки, розовое платье. Такое сочетание для Барби в самый раз. Так, браслетик. Какой выберем браслетик? Вот. Зеленый браслетик. Нет, Барби любит розовые браслетики. Розовых у нас не наблюдается. Вот есть с камушками. Так. Все, браслетики выбрали, ботиночки одели. Теперь прическа. Вот. Либо это, либо какая-либо другая. Вроде бы все. Барби отдельно нет. Брюнетку сделаем. Да, брюнетка более умный взгляд у нее. Так, у нас здесь иконка какая-то снизу. Справа. Все. Так и хочет, чтобы мы на нее нажали. Так, библиотека. Для чего это сделано? Непонятно. Обычно в играх одевалках такой фичи я ни разу не наблюдал. Ну ладно. Как разберусь, я запишу еще один видеоматериал про эту игру. И, соответственно, объясню, для чего была сделана вот эта фича. Так, до новых встреч, друзья!